Приветствую всех, с вами Игорь Клейнер. Мы продолжаем наши обзоры бесплатных онлайн-курсов. Сегодня у нас в гостях курс о психологии, читаемый на платформе DX. Про этот курс я рассказывал вам год назад, но этот курс начался снова, и я хочу еще раз вас на него пригласить и вас с ним познакомить. Курс называется «Психология криминального правосудия». Да, можно так перевести, дословно переводить. На этом курсе вы знакомитесь в научно-популярной, доступной и интересной форме с основами психологии того, что происходит при расследовании криминальных дел, что происходит в суде, что происходит при работе с очевидцами, при беседах с преступником. Что лучше работает ли детектор лжи? Как лучше проводить опознавание преступников, когда все преступники подозреваемые стоят в ряд или когда заходят по одному? Как работает суд присяжных? Работает ли вообще суд присяжных? Как получить правду у подозреваемого? На все эти вопросы с научной точки зрения, но тем не менее в интересной форме, вы дадите ответы в рамках этого курса. Курс начался где-то неделю назад, можете добавиться, присоединиться к нему и ознакомиться в интересной форме с материалом этого курса. Еще одна изюминка этого курса, что каждую неделю показывается фрагмент из фильма, который снят специально для этого курса. И в этом фильме показано, реализовано, снято, срежиссировано преступление. И вы, как зритель, участвуете в расследовании этого преступления. Причем на этом фильме вам как раз демонстрируются, показываются те или иные аспекты той информации, которую вы изучили в рамках курса. Курс, на мой взгляд, очень интересный и очень полезный. Рассказывает о нашей памяти, о психологии судеб. Конечно, будем надеяться, что никому информация из этого курса не пригодится в жизни. Но, тем не менее, курс стоит посмотреть. Курс длится около 6 недель. Очень интересный, доступный, читается уже не первый раз. Рекомендую. Мне кажется, вы не пожалеете. Записывайтесь на этот курс. Psychology of Criminal Justice. До встречи в следующий раз.